13-я серия кампании за Советский Союз в моде Black Eyes и, скорее всего, последняя в этой кампании. Матч-реванш за Советский Союз у нас, скорее всего, переносится на следующий год, потому что... Ну, потому что мы уже просто потеряли все, что можно. И все, что нельзя. Все города крупные. А Германия потеряла всего 400 плюс... Ну, короче, 700 тысяч человек Германия всего потеряла во время войны. А мы потеряли 3 миллиона. Вот, к сожалению, мы не смогли остановить натиск немецкой армии под Москвой. И сейчас смысл есть только если нам обороняться по Уралу. Если по Уралу не получится выстроить линию обороны, то дальше уже... Габелла, точно. Ну, хотя бы с Японией мы заключили пакт о ненападении. Но это нам не сильно поможет, скорее всего. В общем, то же самое с этим... с линией обороны, то, что мы строили линию обороны, линию Сталина, вообще фашисты проехали ее, даже не заметили, только зря строили реально эти укрепления где-то вот здесь. Просто тут реально, ну, в этом моде, мне кажется, Советский Союз слишком сильно занерфлен. То, что организация единичка там в начале войны, ну это жесть, там минус 80% организации. Должна быть, ну максимум минус 50%, ладно еще там. Ну блин, минус, ну короче, одна единица организации, это просто они отлетают у нас с дивизии просто моментально. И мы не успеваем до наступления изучить все фокусы, которые там нужно до подхода немцев к Сталинграду, к Москве взять. Вот. Плюс у них еще такие бонусы бешеные там у них. Было два национальных духа временных до конца 41 года действовало. Каждый плюс 20% давал к атаке и защите против Советского Союза. Но сейчас у них эти два бонуса закончились. Один в сентябре, другой в декабре. Но у них самый главный бонус остался. Это вот этот вот. То есть если бы мы не усиливали Германию, то скорее всего мы смогли бы удержаться по линии Сталинград-Москва, я думаю. А так, с этим бонусом, что-то Германия вообще какая-то Unreal. Слишком сильная. Короче, от линии укрепления вообще толку нету. Потому что авиация вражеская тоже дамажит нормально. И выжженная земля тоже это хрень полная. Это выжженная земля, то, что мы сейчас вот сделаем. И чё, это просто дороги поломаются. И то их вроде как можно потом отремонтировать, я так понимаю. Ну не сразу, но можно будет. Вот если бы можно было, как раньше, да, в этом моде, просто взял настоящая выжженная земля, что просто взять и взорвать фабрику. То есть если мы не успеваем ее эвакуировать, фабрику, просто ее уничтожить и все. Аннигилировать. Так скажем. А так, без этого, я даже не знаю. Что там у Германии по авиации, кстати? Так, ну блин. Отожралась Германия очень хорошо с такими бонусами. То есть я помню, что в кампании за Италию... Без усиления у Германии было в середине 41 года было 1100, по-моему, истребителей. То есть в это время у нее было, ну, 1200 тогда получается истребителей. А с усилением получается 6000 истребителей где-то, да, у нее сейчас. А, даже больше. Ну, 6, да, где-то косарей. Но у них в резерве там на самом деле не так уж. У них резерв довольно до 60 лет у них.
Так, ну у нас есть последняя надежда. Последняя надежда — это приказ номер 227. Пришло время закончить отступать, ни шагу назад. На 2 года у нас защита на национальной территории плюс 10%. Вот я не знаю, был ли смысл на самом деле нам копить телефоны вначале. Не на эвакуацию промышленности, да, из каждого региона по 5 телефонов, а сразу накопить на 50 телефонов, чтобы ни шагу назад издать приказ. Но 10% к защите — это не так уж и много. Мне кажется, это бы не повлияло, не зароляло бы. В нашем случае. Но так он лишним не будет, приказ, потому что мы все равно дивизии не отводим, пока они в бою. Раньше времени мы их не отводим. То есть, если без этого приказа, то можно начать отступление во время боя. Но мы такого редко такое делаем. А здесь только когда у дивизии будет нулевая организация, она сама будет отступать, куда захочет. Не куда мы ей прикажем, а куда она сама пойдет. Вот. Ну, вот сейчас зимой еще можно будет, да, атака плюс 10%. И все, а так больше особо ничего. Ничего полезного даже и нету. Так, у нас сейчас столица в Куйбышеве, но Куйбышев мы... Так, точно! А, вот эти дивизии... Дивизии... Самые бесполезные в мире фокусы — это вот это вот. Вот это вот хрень. Вот это вот. Танковые корпуса. По 25 дней каждый. Я думал, это полностью укомплектованная дивизия у нас появится. Они появились не то, что они не укомплектованные снаряжением. Они появились даже без людей. Даже без личного состава. То есть просто... Дивизии пустышки бомжовские какие-то. Нахрен они мне нужны. Брось! Еще и не обученные, блин. Ну это капец вообще. Мирно! Ну тут чем на люлей надают немцы и все. И все разговоры. Да, тут еще такая система в этом моде, что у нас... Вот мы доктрину основную начали изучать только вот в 41-м году. А, допустим, в Ваниле можно спокойно доктрину изучить. Ну, по-моему, до начала войны можно всю доктрину прокачать советскую. То есть, чтобы у нас были вот эти бонусы там в окружении, да? Или где тут бонусы? Организация, атака... Бонусы в окружении у нас. Вот здесь. Вот здесь. Короче, в Ваниле можно спокойно всю эту доктрину прокачать до начала войны. Ну, по крайней мере, раньше было. Скорее всего, сейчас тоже. Вот, а здесь мы ее даже еще не начинали качать, только вот оборонительную ветку прокачали, и то... Ну, как прокачали, первую доктрину, первую теорию качаем этой доктрины. То есть тут как-то вообще все печально с этим. Короче, нам надо вот из этого вот мешка выводить войска. Здесь все выжечь. Ну как все? Все, что можно выжечь. Все, что нам разрешено выжечь. Вот у Германии здесь коробочки, может быть, они не особо будут нас атаковать сейчас, да, с коробочками. Потому что у них снабжения не хватает. А, у нас резервисты закончились. Так, ну,
Что мы сейчас попробуем? Нам надо было вот здесь что-нибудь, да? Это. Так точно! Я готов! Выходим! Так точно! Отправим кавалерию в степь. Ну сейчас надежда у нас только на союзников. Но эта надежда умирает последней. Хватает дальности, а типа у нас это, что баз нету, типа они остались без базы и поэтому они ничего не хотят делать. Капец. Так точно. Готов? Так, танковые тактики нам, по-моему, фокус снизил стоимость производства танков. Так, а где у нас что-нибудь на резервистов? У нас есть что-нибудь? Реабилитация заключенных. Вот по 5000 человек в неделю. Будем отправлять заключенных на фронт. Зэки будут искупать свою вину кровью. Или что еще можно? Вот эти бомжи дивизии, народное ополчение, они нам нахрен не нужны. Они только дают штраф к промышленности. Где-то были еще у нас какие-то резервисты. А вот соглашение Сикорского-Майского. Когда международное положение Советского Союза изменилось с началом Советско-Германской войны в 1941 году, Сталин начал искать помощи у других стран, противостоящих Германии. Получив сильное поощрение от дипломата Министерства иностранных дел Великобритании Энтони Идена, Сикорский 5 июля 1941 года начал переговоры с советским послом в Лондоне Иваном Майским о восстановлении дипломатических отношений между Польшей и Советским Союзом. Ну, имеется в виду не Польша, а польское правительство в изгнании в Лондоне. Сталин согласился объявить все предыдущие пакты, которые он заключил с нацистской Германией, недействительными, аннулировав советско-германский раздел Польши в сентябре 1939 года и освободив десятки тысяч польских военнопленных, задержавшихся в советских лагерях. В соответствии с соглашением между польским правительством в изгнании и Сталином, 12 августа 1941 года Советы предоставили амнистию многим польским гражданам, из которых была сформирована 40-тысячная армия, армия Андерса, позже известная как Второй польский корпус, под командованием генерала Владислава Андерса. Ну блин, даже здесь нас обманули, да? Тут 40 тысяч, тут только 30 тысяч дают.
Что там, Казань? Готов! Казань. Три дня. Ройсь! Да капец. Готов. Так, 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 так. Вот стоит ли нам здесь приказ ни шагу назад издавать? Просто мы туда не сможем отвести дивизии заранее. Ладно, издаем приказ номер 227. Хотя мы уже и так отступили дальше, чем некуда. Выходим! Готов! Я готов! Так, у нас дофига телефончиков. Так, точно! Готов!
готов! Так точно! Мирно! Готов? Брось! Смирно! Да... Так точно! Мирно! Прокачаем великого нашего маршала Павла Курочкина, самый известный маршал Советского Союза. Мирно! Кострома. Выходим! Готов! Выходим! Так точно! Выходим! Я вот не знаю, мы сейчас авиабазы будем здесь расширять, а нас выбьют, и получается мы авиабазы построили для Германии. Так, ладно, короче, страты все забираем нахрен. Так, а я вот не помню, если на авиабазе переполнен, они, по-моему, обучаются тоже хуже, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Тренируются тоже они хуже, по-моему. Так, здесь... Вот эту авиабазу бы мы построили бы хорошую. Но она уже... Она уже на грани. Вот здесь бы две авиабазы, и мы бы здесь хорошо бы держались, мне кажется, этот регион. Но тут уже... Прифронтовой регион. Так точно! Готов! Выходим! Готов? Я готов! Ройс! Готов. Так точно.
Так, кавалерийская дивизия. Добавить надо тогда... роту снабжения. У нас уже моторных заводов не хватает для производства. Для производства автомобилей. Так. Средний стандарт, на высокие стандарты. Чё у нас тут? А, это чистки надо сначала убрать. Как нам убрать чистки офицеров? Военная экономика через 13 дней у нас начнется. Что у нас тут можно прожать? А, вот поставим этого чела. Так. А, нам нельзя. Типа у нас тут лимит из трех, можно только максимум двух поставить наземных генералов. Остальные только авиация и флот. Готов. Я готов. Так точно. Выходим! Выходим!
Так, 30 тысяч человек мы получили, и тут там что-то еще было интересное в этом в этой ветке фокусов. В этой ветке фокусов было интересно. Во! Ленд-лиз. Так. Тут у нас взаимоисключающий фокус. Либо мужчины на производстве, либо народное ополчение. Но мужчины на производстве нам минус 100 тысяч дают сразу резервистов. У нас их и так не хватает. Возьмем ленд-лиз, посмотрим, что за ленд-лиз. Может, там реально серьезные какие-то поставки будут. А не те крошки, которые нам сейчас выделяют союзники. Так называемые союзники. Союзный ленд-лиз. В результате военных действий Германии мы испытываем серьезную нехватку вооружения и техники. Внезапно мы оказались на одной стороне с ранее враждебными капиталистическими государствами. Мы должны просить у них материальной помощи. Короче, этот фокус позволяет союзникам начать поставку своего оборудования для помощи нам в военных действиях. К использованию иностранного оборудования может потребоваться некоторое привыкание. Но дополнительное оборудование будет очень полезным. Этот фокус запускает события по ленд-лизу в США. Происходит событие, Советский Союз запрашивает ленд-лиз, запрашивает помощь. Великобритании Советский Союз запрашивает помощь. Изменение характеристик чистки флота. Ну, короче, посмотрим, может они нам реально там, если нам закинут там сколько танков нам. Если они закинут нам вот хотя бы две соточки танков, ну, на 8 дивизий, да, ну, полтора костря танков средних, там эти какие там у них шерманы. Я им буду вообще благодарен, честно, прям до конца жизни буду благодарен, если они так реально сделают. Базу потеряли. Нахрен мы ее строили. Нормально. Для Канады это нормально. Это уже выглядит поприличнее. Советники от союзников ускоряют исследования. Ну, наземной тут нет, поэтому это нам нафиг не надо. Без наземной доктрины они нам не нужны. А, ну тут еще ячейка есть. Возьмем ячейку. Техническая помощь со стороны союзников. Наша инженерно-техническая школа отличается от западной, но тем не менее для боевых действий против общего врага должен быть разрешен обмен исследовательской информацией с союзниками. Так.
Вологда у нас уже на грани, Вологда тоже, все, взрываем все. Вологодской области. Так точно! А, у нас конвоев еще, господи, не хватает. Только сейчас заметил. Ну, у нас одна верфь только. А есть кто-нибудь? Кто нам даст конвои? Да, здесь опасно конвоем вдоль Норвегии плавать, а здесь, вот здесь, наверное, лучше плавать. Стало. Мирно. Мирно! Брось!
Понял. Я так и знал, что они здесь зацепят нас при отступлении. Так и знал. Так, что у нас тут еще по фокусам есть интересного? Ну, у нас резервисты опять закончились. Реабилитация заключенных. По 5000 хотя бы. В неделю. Идем.
Готов? Готов? Так, ну, зима близко. Это единственное, что нас может спасти. И двухлетний срок службы еще придется переходить. Все, сейчас нам Куйбышев придется оставлять, походу. Не стоим, идем! Смирно! Вот они стали пожирнее ленд-лиз кидать, но нам это уже не поможет, к сожалению. Зима близко. Ой, блин, у нас же ячейки свободны. Чё я туплю? Так, может быть, нам есть смысл вот тут вот на Урале построить авиабазу. Уже, конечно, наверное, поздно, но... Так. Ну что, посмотрим. Может быть, хотя бы здесь у нас появятся дивизии нормальные, укомплектованные.
Реформировать офицеров. Ну, реформируем офицеров. Зима. Зима на подходе. Что там у нас? Решение. Сезон зима. Как определить? 1 декабря? У меня такое ощущение, что они не довозят нам ландрис, они предлагают, отправляют, но потом отменяют и все. Готов! Выходим! Так точно! Выходим! А, у нас тут еще железной дороги нету. Перекрыли фашисты железную дорогу. Так. Железную дорогу надо вернуть. А, там же танки едут. Готов. Ройс. Готов. Готов.
Авиабаза довольно быстро строится. Не, мы здесь железку мы здесь не вернем. К сожалению, Куйбышев мы скорее всего потеряем. Готов. Так точно. Готов. Хотя тут дивизии у нас еле живые так стоят. Точно. Просто толкнуть, они сразу упадут. Так что Куйбышев надо сейчас эвакуировать. Ройс! Выходим! Так точно! Готов? Выходим! Так, тут у нас уменьшаются штрафы за чистки. Реконструкция армии удаляет чистку Красной армии, но надо, чтобы снизились средние показатели чисток еще на 25%. Так, у нас опять резервистов 0. У нас опять 0 резервистов. Вот, возьмем вот эту ветку сейчас. Коллективистская наука, что тут? Какая-то ячейка у нас появляется. Коллективистская наука. Рабочий класс не может двигаться вперед без помощи науки. Однако сама наука требует развития рабочего класса, который обеспечит науку необходимой массовой социальной базой. К
конечном счете, прогресс науки, как и прогресс человечества в целом, зависит от возрождения нового революционного движения рабочего класса. Понятно, что ничего не понятно. Занимаю укрытие! Можем потерять дивизии, которые здесь находятся. Которые страдают там от истощения. Мирно! Выходим! Готов! Казань потеряли. Вообще круто. Готов? Готов. Мирно. Готов? Они вообще организацию не теряют вообще. Принимаю укрытие. Выходим! Не, мы уже их здесь не выбьем. А, это высадка в Северной Африке. Типа начало освобождения Европы, они высадились в Северной Африке. Ну, надеюсь, они откроют второй фронт. В Европе. Так, нам надо, короче, здесь уже становиться... Выходим! Брось! Брось!
Окей, попробуем сейчас на Урале закрепиться. Так, высокие стандарты обучения солдат. Ну, они уже сходу Урал штурмуют. Под зеленым воздухом. Так. Расширение Академии наук Советского Союза. Объединение Академии наук СССР и Коммунистической Академии для лучшей координации и контроля исследований. Еще одну ячейку получим. Не знаю, насколько она нам уже поможет здесь. Уже, скорее всего, ничего не поможет. Они даже зимой атакуют, им пофиг. Готов? Выходим! Выходим!
Не, нам, походу, здесь ничего не светит. Ничего хорошего. Ну, вот здесь вот, кстати, вот здесь вот надежда есть. Небольшая. Здесь имбовые японцы еще атакуют, так что фиг знает. Готов? Брось! Так точно! Под огнем. Так точно. Блин, под красным воздухом, капец. Фашисты наступают. Еле-еле мы выдержали натиск. Я готов. Я готов. Готов! Мирно! Опять я забыл про ячейку. Thank you.
Так точно! Сейчас посмотрим, может хотя бы вот здесь нам дадут дивизии нормальные. Гвардейские, полноценные, а не огрызки. Под зеленым воздухом фашисты лютуют. Так, ну у нас дали мид капитуляции, все. К сожалению, у нас лимит капитуляции заканчивается. Хотя на Урале мы здесь вроде нормально держимся. На Урале, в принципе, мы смогли бы, наверное, продержаться, но, к сожалению, все. Ладно, значит. Значит, матч-реванш за Советский Союз у нас переносится все-таки на следующий год. К сожалению, да, усиленная Германия, это прямо нереальная имба оказалась.